видим параллель между этим, этой смертью и как минимум одной и другой смертью, которая была в Беларуси. И мы видим тоже какое-то пересечение, хотя не очень большом количестве между Шишевым и его передвижениями и этим агентом ФСБ, который здесь работает сейчас. Но это недостаточно, чтобы уже иметь версии, что это произошло. Нам интересно тоже, что происходит с официальным расследованием. Это тоже нам даст какие-то намеки. Я так понимаю, что сначала им занимались одна из служб правоохранителей, потом вдруг забрали это в другую. Это не очень хорошо, это обычно берется симптом, что ищется какое-то политическое, либо вектор, в какую сторону этого вести. Поэтому вот мы в режиме ожидания, наблюдения, но нет готовой версии, что это было.